Друзья, всем привет, с вами снова Айс, добро пожаловать на канал обзоров гаджетов и мобильных устройств. И сегодня у меня на канале будет краткий обзор на новые наушники от компании TronSmart, которые называются SoundFi R4. Поставляются они в традиционной вот такой вот фиолетовой коробочке, фиолетово-оранжевые акценты, фирменные цвета компании TronSmart. Не так много наушников на рынке, которые за приемлемые деньги, а это примерно 1000-1500 рублей, предложат вам очень хорошее качество звучания. Именно к таким наушникам относятся SoundFi R4. Комплект поставки вполне себе традиционен для всех наушников TronSmart. Вы получаете вот такую вот карточку, гарантийный талон, инструкцию по эксплуатации, небольшой короткий кабель Type-C для подключения и зарядки, набор амбушюр, здесь у нас разные размеры, ну и, естественно, кейс наушников. В данном случае у меня наушники черного цвета, бывают еще белые, и сам по себе кейс смотрится очень неплохо. Верхняя часть у него блестящая, как рояльный лак, ну а нижняя часть матовая. Магнит достаточно мощный, и кейс закрывается с приятным звуком. Сами наушники также довольно плотно сидят внутри и не вываливаются за счет наличия мощных магнитов. Наушнички получили форм-фактор с короткими стержнями, вот такие вот, имеются сенсорные площадки на стержнях, ну и управление сенсорное вполне себе традиционное для подобного рода устройств. Имеется однократный тап, двухкратный и трехкратный. Сами наушнички довольно легкие и подойдут большому количеству людей благодаря довольно эргономичной форме. Амбушюры, которые идут в комплекте, мне подходят отлично, идеально садятся в ушную раковину и имеют пассивное шумоподавление. Понятное дело, что активного шумодава здесь у нас нету, но было бы, конечно, странно просить его в наушниках за эти деньги. Но имеется шумоподавление для телефонных разговоров, так называемая система ENC, Enhanced Noise Cancelling. То есть здесь у нас установлен дополнительный микрофон шумоподавления, чтобы вы могли разговаривать, когда находитесь где-то в шумном пространстве, либо же на улице. Несмотря на очень компактные размеры, здесь умудрились уместить довольно большие драйверы 12 мм. И наушники выдают на удивление громкий и басовитый звук. Но, по крайней мере, для наушников за эти деньги такого звучания не ожидаешь. Кодеки, которые поддерживаются наушниками, вполне себе традиционно. Понятное дело, что aptX здесь нету, стандартные AAC и SBC. Версия Bluetooth здесь у нас 5.3, не самая новая 5.4, но тем не менее наушники очень неплохо коннектятся к телефону, и коннект этот держится довольно-таки крепко. По крайней мере, в рамках квартиры я могу уходить в соседние комнаты, и звук не пропадает. Полноценной защиты от влаги здесь нету, но производитель заявляет IX4. То есть, ну, какие-то базовые капли дождя, либо же брызги, либо же пот, если сюда попадут, то, в принципе, наушники их должны выдержать. Но понятное дело, что находиться в бассейне или в реке с ними не стоит. Аккумулятор в кейсе 400 мА, ну а в самих наушниках по 40 мА. Производитель обещает до 7 часов проигрывания музыки от одного заряда, но, как правило, такие измерения делаются в идеальных условиях. У меня получилось примерно 5 часов прослушивания музыки на 70-80% громкости, что, впрочем, довольно-таки неплохо. Наушники внутри кейса заряжаются, ну, примерно за 1.5 часа, может, чуть быстрее. И этот кейс готов подзаряжать наушники до 4 раз. То есть общее время прослушивания музыки может составлять до 28 часов. Наушнички звучат довольно громко и уверенно, даже имеют
имеются, ну, довольно серьезные нотки басовитости, так что если вам нравится слушать клубную музыку, либо же рок, то качеством звука вы точно останетесь довольны. Но довольно сложно будет продемонстрировать, как они звучат. Давайте я поднесу сейчас наушнички к микрофону, выкручу на максимум, ну и попробуем уловить все-таки звучание. Сейчас наушники у меня выкручены на максимум, и нужно сказать, что на 100%, находясь в помещении, довольно-таки некомфортно. То есть для меня этот звук уже избыточный, поэтому я привык слушать именно на 70-80% громкости. Учитывая, что здесь нету активного шумоподавления, то на 100% вы, скорее всего, будете выкручивать, разве что находясь где-то в метро, либо же на шумной улице. В остальных случаях вполне себе достаточно и комфортно слушать в пределах 50-70% громкость. Так как это бюджетные наушники в районе 1000 рублей, понятное дело, что фирменным приложением TronSmart они не поддерживаются, каких-то отдельно настроек здесь нету. Так что вы можете рассчитывать только на то, что предлагает ваш смартфон. У меня смартфон поддерживает Dolby Atmos, есть настройки эквалайзера, ну и я немножко могу подкрутить, условно говоря, звучание этих наушников. В общем и целом можно сказать, что за те деньги, за которые они предлагаются, это примерно 1000-1200 рублей, это очень неплохой вариант, как по автономности, так и по звучанию. Ну и вот такое вот качество звучания вы получите от микрофонов TronSmart Soundfire 4 в тихом помещении. На улице, когда ветрено, когда вокруг машины, либо же вы находитесь в метро, звук, понятное дело, будет еще сильнее заглушен. То есть использовать эти наушники в качестве альтернативы какой-нибудь гарнитуры, ну, наверное, не стоит. Но быстро ответить на звонок, конечно же, можно. Поэтому пользоваться микрофонами здесь можно, разве что находясь в движении, в дороге, чтобы не доставать телефон из кармана. Ну что ж, друзья, на сим буду заканчивать. Вот такие вот наушнички от компании TronSmart Soundfire R4. И они действительно неплохи за свои деньги. На сим все. С вами был Айс. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем пока.